именинница, покажись. Вот здесь, как всегда. Мама, у меня светлый. Да, у тебя розовенький, ага. Дай сок уже, Алексей. Я здесь сижу. Ну, садись здесь, ага. Садись. Папа, я кто? На том. Там, на. И мне. Томочка, иди сюда, доченька, иди. Настя, ты сильно много картошки всем положила. Ну, они съедят. Ну, да, ладно. Я тебе покладу. Отодвинь маленько. Тома! Они красивые ногти. Женечка, покажись. Прямо на день рождения у девочки флюс выскочил. Вот завтра поедем, у нас... Мама, может дать апельсин? Пусть она всем учится. Да, пусть, ага. Апельсин дай. Поедем завтра к врачу. Но говорят, что его нет, что он на больничном. Вот завтра будем решать, куда нам ехать. Что делать? Ну, так нельзя оставлять. Сейчас вот лекарство дала. Сашенька, подожди, я разговариваю. Нет. Ты пойдешь одна завтра. Ну. Господи, как напугала меня. Я думала, ты падаешь там, доча. Как вздрогнула аж я. Хулиганка, Томочка. Мам, Томочка тоже пойдет в садик? Да, мама? Да, Тома тоже пойдет в садик, да. Потому что я не хотела завтра в садик везти, но поведу. Ага, му-му. Танцуй, доченька, танцуй. На лбу, ушах. На шее, на локтях, есть на носах, на животах, колени и носках. Ай, красиво как! У котят шерстка, 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 шерсточка везде. У котят повсюду шерстка. Да, я думаю, Саня не видит даже, что там. Ну, некрасиво, Вочка. А ты повернись и на Женечку смотри и повторяй, как Женечка. Ой, вместе. Ай, красиво как. Ой, Тома. Ай, Тома молодец. Ну, там с этого. А у зебры есть полоски, есть полосочки. А у зебры есть полоски на спине. Жень, не видно тебе, моя девочка. А ты танцевать не сможешь, вон как. Повторяй, как Женечка. Дай-ка. Взрослая, да, все, не танцуешь с детьми. И я взрослая, мне так нужно. Алина, тоже выходи. Выросли, все. Танцевать не хотят. Я с Томой. Давай я хоровод хочу. Ай, Тома танцует. Тома. Саша, дай со мной. О, смотри, Настя, ага. Как на Женин именины испекли мы каравай, вот такой ширины, вот такой ужины, вот такой вышины, вот такой нижины, каравай, каравай, кого любишь, выбирай. А теперь Женя должна крутиться, говоришь. Я люблю, конечно, всех, но ну, больше всех. На кого покажешь? Говори. Дома. Покручу. Я люблю, конечно, всех, но Настю больше всех. Ай, молодец, доченька. Давай еще разочек каравай пропоем. Давай,
Давайте еще раз. Как на Женин именины испекли мы корабль вот такой ширины, вот такой ужины, вот такой вышины, вот такой нижины. Тома вообще упала. Каравай, каравай, кого любишь, выбирай. Я люблю, конечно, всех, но Тому больше всех. Эй, ты ум! Саша, я Тому выбрала, пошли танцевать. Эй, ты умница, как красиво танцует. А что руки на спине одели, в колготке с вами, ставь? Ну, конечно, всех, ну, Ой, я люблю, конечно, всех, ну, а маму больше всех. Ой, ты моя умница. Маму любит. И я тебя люблю. Я знаю. Мама, моя любимая. Мама. Так, сейчас мы будем играть в игру. Игра называется «Найди цвет». В одежде. Да. В любом. Вот где увидишь, там и найди. Кто не нашел цвет, который я назвала, тот из игры выбывает. Так, начинаем. Найти зеленый цвет. Листик. Не, просто покажите. Вон Тома нашла быстро. Ну возьмите. Мама, это. Тома первая нашла. Тома молодец, Тома в игре. Дети, ищите. Ага, вот Дарина нашла. Томочка-резинка. Молодец. Саня. Ты последняя, ты из игры выбываешь, ты ничего не нашла. Так, теперь Саня не играет, Саня встает вот здесь вот. Саша, иди ко мне, садись. Ну, к Наське садись, доченька, садись, садись. Следующую игру ты победишь. Найти оранжевый. Подожди, колготки, вот там я колготки. Колготки покажи там. Настя выбила, ничего не нашла. Я первая! Ты первая! Так, осталось трое, значит. Четверо с Томочкой вместе. Я хочу тайну. Доченька, ты выбыла. Теперь найдите красный цвет. У меня! Цветов. А, ты у тебя уже на платье. О, мама, вот Томочка нашла. Томочка нашла. Дарина выбила, ты последняя. Я первая! Женя первая, ага. А теперь давайте... Женечка, постой маленько, Ром, папочка сфотографирует. Улыбайся. Ой, такие губки сделал некрасиво. Дочечка, теперь найдите, остались только Тома, Женя и Алина. Найди желтый. Картошка. Картошка. Вон волосы, Женя. Волосы! Тома выбыла. Фиолетовый. Шарик. Женя выиграла. Смотри, как она быстро играет. А? Мама, ты моя умница. 1, 2, 3, 4, 5. 5. А почему 5? Потому что мне 5 лет исполняется. У меня сегодня день рождения. День рождения, да? Моя девочка. Ты думай сейчас внимательно. Ты сейчас будешь загадывать желание. Сейчас девчонки принесут торт. Женечка, Женечка, мы с тобой поиграем, потом с Сашей будем играть. Давай. Вот что бы я тебя ни спросила, ты должна отвечать пирожок. Хорошо? На любой вопрос, который я тебе задам, ты должна сказать пирожок. Как тебя зовут? Пирожок. Пирожок надо говорить. А как зовут твою маму? Пирожок. Пирожок. А фамилия у вас мамы какая? Пирожок. А больше всего что любишь кушать? Пирожок. Надо на все, что я не спрошу, говорить пирожок. Скажи, пожалуйста, что ты обуваешь на ноги? Пирожок. А что у тебя сейчас на голове?
Пирожок. Пирожок. А что ты хочешь, чтобы тебе подарили на день рождения? Пирожок. А что ты попросишь у Деда Мороза? Пирожок. А давай еще вот такой вопрос. Как зовут твою воспитательницу? Пирожок. Пирожок. А сестру твою как зовут? Пирожок. Пирожок. А как всю твою семью зовут? Пирожок. Да? А что ты одеваешь на голову? Пирожок. Короче, у тебя вся жизнь пирожок, да? Да. А мы теперь давай еще с Аней поиграем. Санечка, давай я тебе буду задавать вопросы, а ты на все будешь говорить лопата. Хорошо? Как тебя зовут? Лопата. А как твоего папу зовут? Лопата. А что ты сейчас будешь кушать? Лопату. Лопату? А завтра утром я тебя чем накормлю? Лопатой. А на следующий день рождения ты что хочешь получить? Лопату. Хорошо. Все запомнили. А завтра в садик ты что оденешь? Лопату. Лопату. Молодец. Ты хочешь? Ну, давай. Я. Ты? Да. Угу. Давай мы тебе придумаем. Подожди. На любой вопрос Дарина будет отвечать кирпич. Как тебя зовут? Кирпич. Что ты хочешь получить? Кирпич. Что тебе Дед Мороз принесет на день рождения? Кирпич? А как твою маму зовут? Кирпич. А учительницу твою? Кирпич. А в конце учебного года ты что хочешь получить в подарок? Кирпич. Тоже будем запоминать, что у тебя. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения тебя! Подожди, желание сначала загадаешь, потом будешь задувать. Ай, ты умница, все, Томочка одна похлопала. Ты загадала желание? Саша, ну не твое же день рождения. Угу. Умница. Что, а теперь подарки. Сидест. Ну, выходи, выходи, сейчас будет подарок. Может, мама принесет? Не, давай уже я поснимаю. Том. Закрывать меня глаза, да? Ну, ну. А меня скрывать. Угу. Томочка, так тихонько. Так, ну Женя, угадаешь, в какой руке? Я помню. Вот и будет твой подарок. В какой руке? Нет, давай в другую. Тома! А, Тома, ну тебе тоже. Ой, на пол сади ее. Том. Саня, что случилось? А мне... Ну вон у Женечки подарок на двоих. Смотри, давай. Выбирай одну тебе куколку, одну Саше. Вот их две пары тут. Они привязаны. Сейчас я отвяжу. Какую тебе? Вот эту? Вот, значит, Саша, и эту, да, Женя? Ну, по это... Я хочу эту, эту. Это вот так. Ну, выбрал ребенок, выбрал все. Вы будете друг к другу в гости ходить. Да вы потом будете меняться и вместе играть, Саша. Не снимай, потеряешь. Мне даже колени гнутся. Оп. Класс. И вы локти вот так вот. А у него. И даже кисти гнутся. Угу. Прикинь. Что-то палка там. Тут.
под это. Тома! Женечка, ну как ты? Как тебе подарок? Маршрутчиками стянуть. Да, надо маленькими шурупчиками. Ну как у тебя зубик, Жень? Не болит? Почему не успеваю? Пап, ножик принеси нам. Сейчас папа принесет, сиди. Ну, тем более ты за ножом не должна. Мечтала. О чем ты мечтала? Про тобой. Доча. На мое день рождения. Саш, ты остановлю. А что, еще играет? Женя, это же игра! Ну все, опять... Как вот с вами играть, а? Мама, мы садимся задели! Хорошо. А так это игра, Женя! Вот сейчас вылетишь из игры, не ной! Дарина! Ну и Тома с ними играет! Отойдите от стула. Стул руками не трогаем. Саша. Подальше, Саша. Подальше, Саша. Победила дружба, доченька, красивые мои. Вы обе выиграли. Давайте еще раз. Давайте. Сейчас стулья поставьте опять, ага. Так вот, стул свободный. Ну, Дарина, смотри, осторожно, мама. Так а что, у вас четыре девочки, четыре стула. Три надо было, дети. Давайте, ты, все. Вот, давайте, теперь три стула и все, бегайте. Дарина, не... Все, а Настя, а ой, Алина выбыла. И Томаш. Нет, все, давайте теперь еще разочек. Вы уберите один стул, втроем играете. Вот, про... А, куда еще один стул-то делят, Дарин? Алинку убрал. Вот опять началось. Даринка высидела всех. Пошли. А у нас играли... Ну, еще фотографируем. Какие все? Томыч готов. Так, Женечка, ты как-нибудь встаньте на пол, что ли? А все уже Том капризничает. Томыча, Том. Вот так красиво, ага, папа фотографирует. Дарин, ты голову сюда, на Настю наклони вот так. Вот, умница. Я моргнула еще раз. Ну ты совсем налегла на него, зачем? Сейчас на тебе. Что она закатывается? Может он... Ну хватит. Мама, может он пусть сюда позади, чтобы как бы так? Да. Сейчас, смотри в камеру. На плечо ты не ложись. Ну все, давай наши.
Эта сессия не удается. Санечка, подними головочку, Сань. Саня, подними головку.